Органная музыка в исполнении лучших мастеров из разных стран. В Калининграде стартует один из самых престижных мировых смотров – конкурс имени Михаила Таривердиева. В этом году он юбилейный, 10-й по счету, и впервые участники будут играть в Кафедральном соборе Калининграда на крупнейшем в Европе органе. Подробности у Марины Наумовой. Знаменитые начинающие органисты со всего мира съехались в Калининград. Здесь стартовал 6-й международный конкурс имени Михаила Таривердиева, который считается одним из самых престижных в мире музыкальных состязаний. Его организатор Вера Таривердиева говорит, что никто уже не спрашивает, почему посвятила супругу, автору музыки к культовым советским фильмам, а также опер и балетов, именно органный конкурс. Сегодня с органными произведениями Михаила Таривердиева, вошедшими в обязательную программу музыкального смотра, хорошо знакомы во всем мире. Сам конкурс его имени отмечает уже 10-й юбилей, поскольку проводится раз в 2 года. Юбилей отмечаем работой, работой замечательного жюри. У нас есть новые страны, прилетели японец, кореянка, Эзекиль Менендес, который представляет Южную Америку, Аргентину. То есть мы уже еще завоевали один континент. Международный конкурс имени Михаила Таривердиева до сих пор остается единственным конкурсом органистов России. Хотя с каждым годом он расширяет состав участников и географию. Например, в этом году его первый отборочный тур прошел сразу в 3 странах – России, Германии и США. Председатель жюри Джеймс Хигден жалеет, что только один музыкант из Соединенных Штатов смог преодолеть испытания отборочного тура. Кроме него в музыкальном состязании примут участие еще 19 органистов из 6 стран. Будет оцениваться не только техника, конечно же. Мы ищем музыкантов, которые заденут вашу душу. Жан Дюпон из Тулузы считает, что профессиональный уровень конкурса довольно высок. В программу входят непростые опыты. Баха, Брамса, современных авторов. Надеюсь, что, победив в конкурсе, смогу выступать с концертами в России. Знаю, что здесь очень любят орган. Заманчиво самому получить отклик, щедрый на эмоции публики. Японская органистка Хирока Эноуэ знает, как принимает российский слушатель. 4 года назад конкурс имени Таривердиева круто изменил ее судьбу. Став его лауреатом, Хирока поняла, что хочет навсегда остаться в Калининграде. Сегодня она солистка Калининградской филармонии и молодая мама. Я считаю, что этот конкурс будет один из самых ведущих конкурсов мира. У этого конкурса есть своя жизнь. В этом году впервые конкурсанты будут исполнять произведения не только на органе в областной филармонии, но и в Кафедральном соборе Калининграда. Там установлен один из самых больших в мире музыкальных инструментов. Марина Наумова, Владислав Косяк, Александр Наумов, Павел Тимофеев. Вести, Калининград.